об одной из самых легких гладильных досок в ассортименте компании Nika – Haushalt P1. Вес этой доски всего 4,5 килограмма. Пользоваться ей будет удобно даже хрупким девушкам. Все потому, что гладильный стол этой доски изготовлен из термостойкого пластика. Это самый современный и очень легкий материал, который отражает пар от своей поверхности и обеспечивает эффект двусторонней глажки. Чехол у данной модели съемный, с подкладом из войлока. Есть модели с чехлом из 100% хлопка, а есть из хлопка с металлизированным термостойким покрытием типа тефлон. Тефлоновое покрытие усиливает эффект отражения пара, а также придает чехлу такие свойства, как устойчивость к износу, загрязнениям и высоким температурам. А теперь к другим преимуществам. Каркас доски выполнен из профильной трубы, очень устойчивый, может выдержать нагрузку до 25 килограммов. Высота гладильного стола плавно регулируется рычагом до уровня 91 сантиметр. Европодставка под утюг выполнена из штампованного металла. Порошковая краска надежно защищает от коррозии, а силиконовые вставки предотвращают нагревание металла, если утюг стоит в подутюжнике, и защищают его подошву. В комплектацию модели входит электрический соединитель. Его длина почти 2 метра, а конструкция обеспечивает удобную намотку провода и его компактное хранение. Приятное дополнение – держатель для провода утюга и пластиковые колпачки на опорах, защищающие пол от царапин. Когда белье выглажено, доску легко сложить, а можно и не складывать. Более 10 расцветок позволят подобрать модель для любого интерьера. С гладильной доской Haushalt P1 от компании Nika домашние обязанности будут в радость.